5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть,
и 7, и 8. Раз, и 2, и 3, и 4. И нога ставится на пол. Когда нога ставится на пол, у нас работают руки. Начинают работать руки, то есть мы ставим правую, затем отставляем левую руку в сторону. Переносим туда немного веса. Мы поставили правую, у нас правая рука ушла вниз, раскрытая. Затем левая уходит в сторону. И опять же мы выкидываем правую руку в правую сторону. И этим самым переносим вес и подтягиваем левую ногу в сторону. Еще раз. Мы были здесь, закончили. Па-па-па. Нога пошла. Замах. Поставили. Поставили. Выбросили, подтянулись. После этого левая нога работает. Она выбрасывается и уходит назад. Некоторые из себя делают здесь перекрышку. Пам-пам. Руки. Они у нас выбросились. И собрались перед собой. Мы сделали па, распрыгнулись, и правая рука у нас уходит на подбородок, левая просто согнута. Мы будем развернуты в правую сторону. Грубо говоря, мы откинули ногу, отвернули в этот момент голову, затем мы пододвигаем правую ногу к левой ноге, возвращаем голову на место, смотрим на зрителя. Затем делаем еще один раз шаг. Ногу отставили, отвернулись, пододвинули правую. Сделали раз, и два, и затем у нас левая нога отставляется вперед, она ставится на носок, руки раскрываются просто в стороны. Затем у нас меняются ноги, правая нога идет на носок, рука идет наверх правая, левая или на базе, или просто находится за собой. Мы, грубо говоря, рукой себя разворачиваем, вот видите, поворачиваемся в сторону, отворачиваем полностью корпус и голову. Затем возвращаемся обратно, меняем ноги и опускаем себя вниз. Ноги будут согнуты. Все время рука находится в этом положении. И затем у нас работает левая нога. Мы три раза наступаем на пяточку. И при этом приподнимаемся. Раз, два, три. На третий счет мы должны вывести полностью. После этого у нас будет идти переход. Еще раз соединим 10 кусочек. Раз, два, три, четыре, пять, и шесть, и семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, и шесть, и семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, и семь, и восемь. Раз, два, три, четыре, пять, и шесть, и семь, и восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, на восемь. Слайд переход. Разбираем вторую часть. Вторая часть у нас начинается с того, что у ребят некоторых идут руки в замах вперед. Затем они вытаскивают ногу наверх и просто делают удар вперед. При этом во время удара у нас руки уходят назад и делают бит. У некоторых из ребят работает голова. То есть мы делаем пам. И затем шагаем. Мы делаем шаг правой, левой, правой подставляем. Когда подставляем правую ногу, у нас руки уходят к себе перед грудью. Затем мы отставляем левую ногу в сторону, и руки выходят как бы из-за головы. Пам, собираются в полосу. Затем мы меняем сторону, то есть мы сейчас входимся в правую диагональ. Разворачиваемся в левую, руки раскрыты в крест. Мы руки раскрываем. И затем подставляем правую ногу и делаем удар возле груди, и руки раскрываются. После этого ноги у нас работают. Правая нога идет назад, левая встает на свое же место, и правая выходит вперед. Вместе с этим у нас работают руки, то есть мы сделали удар, и отсюда у нас работает. Ударили правой рукой в район бедра, наступили на левую, левая рука идет перед собой, грубо говоря, в крест, ладонью в пол. Затем вставляем правую руку, правая рука также ладонью в пол смотрит. Затем у нас работает левая рука и правая нога. Правая нога у нас сгибается, поднимается к колену, перед коленом находится, затем через низ она выходит вперед и ставится на пол. И вместе с этим работает рука, то есть мы ее как бы загибаем, выводим наверх, здесь подключается правая рука, и ставим на пол. И корпус у нас не уходит вправо, он у нас находится на месте. То есть следующее движение у нас как раз будет наклон корпуса в правую сторону. Мы, грубо говоря, левой рукой тянем сюда вниз, пам, пам, затем делаем еще один такой же рывок, но мы не делаем круг, то есть мы делаем пам. И после этого вытягиваем себя в другую сторону. Также рукой. Рука уходит наверх, мы потянем правую ногу.
Затем некоторые из ребят отталкиваются, делают точку правой ногой и распрыгиваются. Вместе с этим уходит правая рука наверх. Еще раз, с момента того, как мы тянемся вниз, сделали па-па-па. Опять рывок, вытянули и пам. Рука раскрыта идет наверх, затем она у нас опускается вниз и понемногу собирается. Останавливаемся примерно на уровне плеча. Далее у нас работают ноги. Мы, грубо говоря, движение идет такое, что мы выворачиваем ноги на носочках и ставим на место. Но при этом поднимается левая нога и правая. То есть мы вывернули, поставили, вывернули. И работают руки. То есть у нас рука опустилась, опустилась. Здесь она уходит вниз, делает пам. То есть она будет немного согнута, а левая рука полностью диагонально делает пам. И то же самое в другую сторону пам. И после этого у нас опять идет переход на следующий кусочек. Мы снова делаем слайд, затем руки у нас идут в крест, раскрываются и мы опускаемся вверх. То есть в крест опустились. И нога, как только мы опустились, сразу идет за правую, ударяет носочком. И мы этим выталкиваем себя наверх, руки идут наверх. Далее мы сбрасываем руки на правую ногу, нога поднимается не сильно высоко. И затем у нас идет, скажем так, акцентное движение. Мы делаем, грубо говоря, замах. Сгибаем левую руку, вытаскиваем правую вперед, указываем пальцем на зрителя и правая нога уходит назад. После этого у нас работает правая нога, левая рука опять же идет на базу. Она делает шаг в левую диагональ, вперед, в правую диагональ. Затем у нас руки вниз в крест, вытащили левую ногу и подставили. После этого мы разворачиваемся, сгибается правая нога, корпус наклоняется вниз. И мы делаем такие штучки. Мы ставим правую ногу, левая поднимается на носочек. И делаем 4 таких шага. Раз, два, три, четыре. И вместе с этим у нас работают плечи. Мы плечи сбрасываем вперед на каждый шаг. Мы развернулись и прошли. Раз, два, три, четыре. И после этого у ребят идет переход на второй турнир. Соединяем весь второй кусочек вместе. Пять, шесть, семь. Переход и... Раз, и два, и три, и четыре, пять, шесть, семь, и восемь. Раз, два, три, и четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, и два, три, четыре, пять, и шесть, и семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Соединяем все это связочку вместе. Раз, два, три, четыре, пять, и шесть, и семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, и шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, и восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8. Раз, и два, и три, и четыре, пять, шесть, семь, и восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, и шесть, и семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Соединяем, делаем скорость 80%.